В России начинается весенний призыв на военную службу. В период с 1 апреля по 15 июля вооруженные силы предстоит направить более 150 тысяч граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Из Дагестана отдавать долг родине отправится 1200 человек. И традиционно, перед тем, как попасть в армию, молодые люди проходят обязательную медицинскую комиссию. Терапевт, хирург, окулист, стоматолог. Эти и многие другие врачи традиционно проводят медицинский осмотр призывников. Найти идеального солдата довольно-таки сложно. В призывных ресурсах Каспийска состоят около 4000 молодых людей. И практически у каждого третьего проблемы со здоровьем. Поэтому специалистам необходимо более тщательно обследовать новобранцев. Вооруженные силы России в этом году пополнят и 30 каспичан. Но кроме того, что будущий солдат должен быть физически развитым и здоровым, критерии отбора включают и обязательное высшее или среднее специальное образование. Приветствуется и наличие водительских прав, отмечает главный комиссар города Марат Пашаев на заседании призывной комиссии. Значит, в прошлом году у нас наряд на призыв был 90 человек. Мы его, значит, выполнили на 100%. Значит, никаких замечаний у нас не было ни по медицинскому освидетельству, ни по отправке. Это очень, скажем так, хорошо. На подведение итогов, которое у нас было буквально прошлую пятницу. Участники заседания отметили, что качественному проведению призывных кампаний во многом способствует тесное сотрудничество с ДОСАФ России и активизация военно-патриотического воспитания. Одному призывнику у нас не было, значит, каких-то жалобных писем. Вот вы помните, наверное, по опыту прошлых лет, часто у нас поступали письма на имя администрации, ну, глава администрации, город на мое имя, у меня прям отдельная папка была, сейчас в последнее время даже не помню вообще, где эта папка, скажем так. Вот, характеристики приходят, хорошие, они с собой их привозят, может, многие мы не видим, вот, но вот к нашей радости, что... Вот таких моментов, по крайней мере, у нас за наш город нету. Как мы знаем, по новым правилам, каждому будущему солдату оформят персональную электронную карту с биографическими медицинскими данными и сведениями о профессиональной подготовке. Первые новобранцы должны вступить в строй вооруженных сил уже в середине апреля. Как полагается, перед отправкой молодых людей будут провожать их родные и близкие. Продлится призывная кампания до 15 июля. Шахнабат Кулиева, Шамиль Гусейнов, новости Каспий ТВ.